Всем привет, продолжаем гулять по моему маленькому, прибаленькому городку. Санкт-Петербург называется. Вот я тут как-то бродил по ратам, часто хожу по городу, расслабляюсь, как говорится. Вот большой конюшенный мост. Я сейчас зачитаю, что написано на сайте City Walls, прекрасный сайт. Большой конюшенный мост соединяет между собой Казанские и Первые Адмиралтейские острова через реку Мойку в центральном районе Санкт-Петербурга. Соединяет между собой конюшенные и Машков переулки. Ближайшая станция метро, Гостиный двор, 900 метров, выход на канал Грибоедова. Название моста произошло от здания главного императорских конюшен, которые были расположены на левом берегу Мойки в доме номер 4. Первоначально здесь Германом Вамболесом, вот такой фамилия, галатский плотничий, практически вся его карьера прошла в Санкт-Петербурге в начале 18 века. Современники именовали его разных художеств мастер. Так вот, Германом Вамболесом в 1753 году был построен деревянный разводной мост. Мост был обшит досками и по тогда моде окрашен под камень. В 1828 году мост был заменен на новый однопролетный арочный мост из чугунных тюбингов, соединенных болтами. Проект переправы был выполнен инженерами Адамом, Треттером и Гест. Проект был уникален тем, что эти тюбинги изначально предназначались для строительства малоконюшенного моста, но в связи с принятием нового проекта там для строительства не понадобились и поэтому были применены здесь. Для уменьшения массы тюбингов в их боковых стенках по предложению Базена делались отверстия эллиптической формы. Фасады пролетного строения моста декорированы чугунными листами. Эти листы украшены художественным орнаментом. При въездах на мост были установлены торшеры с фонарями. Решетка моста исполнена в виде чисто расставленных дротиков с накладной арматурой из переплетенных венков. Фонарные столбы подняты над парапетами набережных на относительно высоких чугунных пьедесталах. В 1935 году по причине деформации в опорах и пролетном строении были проведены ремонт моста по проекту инженеров Жданова и Саперштейн. Поверх чугунного был уложен железобетонный свод и были ликвидированы ограждения между тротуарами и проезжей частью. Уже в 1951 году под руководством архитектора Рогача была выполнена реставрация торшеров с фонарями и решеток. Общая длина моста 28,8, ширина 11,6 метров. Вот, смотрите на наш мостик, называется Большой Конюшенный. Пока-пока, до свидания, будете в Петербурге, пройдетесь по нему и вдруг и меня вспомните. Пока-пока, до свидания.